Для Зои Сергеевны физиотерапевтический аппарат от компании «Еламед» станет неплохим домашним доктором. У пенсионерки болят ноги, а принимать огромное количество лекарственных препаратов уже нет сил. На выставке продажи серии «Домашний доктор» у Зои Сергеевны появилась возможность не только увидеть, но и опробовать на себе лечебный аппарат. Газету купила «Рио», в которой как раз очень подробно описываются все приборы, которые представляет наш завод. Какой Елан. Он привлекло меня то, что здесь можно пользоваться лечением, кроме лекарств, используя магнитные какие-то импульсные приборы. И я именно буквально сегодня прочла, что там с 13 по 16 реклама идет, что это продажа идет этих и консультации. И я решила прийти и думаю приобрести один прибор, который мне будет лечить варикозное расширение вен. Медицинские аппараты Елатомского приборного завода на рынке Казахстана уже более 20 лет. Люди, которые приобрели эти приборы, смогли избавиться от многих болезней. Например, от таких, как простатит, заболевания опорно-двигательной системы, гинекологические заболевания и болезни периферической сосудистой системы. С сегодняшнего числа по 16 мая состоится выставка-продаж аппаратов физиотерапии, магнитотерапии и теплотерапии. Я хочу обратить внимание, что у нас появилось два новых аппарата. Это Диамаг Алмаг-03 и Алмаг-2. Диамаг – это для лечения заболеваний Паркинсона, расстройства сна, мигрений, послеинсультного состояния. То есть аппарат непосредственно именно для головы, для нормализации кровообращения. Алмаг-2 – это для лечения как остеохондрозов, артрозов, камней в почках, варикозные заболевания, паренхиальной астмы. То есть это аппарат широкого спектра лечения. Здесь запрограммировано более 100 программ. То есть его можно использовать как для домашнего использования, так и для стационара. Главный принцип работы физиотерапевтических аппаратов – не навреди. Так же, как и слоган компании-производителя – все для здоровья, здоровье для вас. Теплотерапия – это то есть лечение именно теплом, старым дедовским методом, лечение циститов, ларингитов, гайморитов, тонзиллитов, фронтитов, отитов. То есть все воспалительные процессы в организме, которые происходят, именно лечение будет теплоном. Выставка продажи аппаратов серии «Домашний доктор» продлится в Шымкенте до 16 мая. Все приборы можно купить по цене завода-изготовителя в магазине «Медтехника» по адресу проспект Республики, 26, с 10 до 18 часов. Также для жителей Туркестана серия доступна в аптеке по улице Кожанова.